Привет, друзья! Меня зовут Сергей Лихий. Сейчас я вам расскажу. Соль. Нужна ли соль человеку и где ее брать? Как я говорил в предыдущих видео, я с 18 декабря 2018 года сижу на сыроедческой, вегано-сыроедческой диете и не употребляю соль и не употребляю перец, а также масло не употребляю никакое, вот. И многие говорят, что нужна соль организму. Был у меня один такой опыт, когда я еще был, я не помню, то ли я был веган или даже вегетарианец. Я как-то 10 дней подряд сидел на яблочной диете. И на 7 или 8 день, я уже не помню. Ну, как бы диета яблочная была не специально, а случайно. И на 7, не помню какой день, в общем, начались у меня судороги. У меня есть друг, он, который сразу говорит, попей раствора соленого, наколоти себе соль в воде и пей, потому что это нехватка соли. Вот. И я не помню, я не думаю, что я так сделал, но может быть я ел какую-то еду, где есть соль. Вот. И уже забыл об этой истории. Вот. Сейчас где-то примерно 5 месяцев, как я. Не, уже почти даже 6 месяц, когда я уже на вегано-сыроедческой диете без соли и без перца и без масла. Все время думаю, нужна ли соль или нет. У меня за 5 месяцев не было никаких проблем. Вот, но я заметил другое, что последние 2 дня я ел опять яблоки. Так получилось, что я действительно сидел на яблоках. Опять я ел, может быть, килограмм, может и 2 яблока в день, а может и больше, я даже не знаю. Когда ты ешь яблоки в чистом виде, и я не знаю, домашние они или нет, то я заметил, что опять у меня были ночью, может быть, было прохладно, но немножко подхватывало ногу судорога. Вот. Не знаю, что это за совпадение такое. Может, совпадение чистое, может, нет. Потому что я, если и просто яблоки ем, там, какую-то еду и яблоки, там, траву и яблоки, там, салат себе делаю, соответственно, без соли, перца, и ем потом яблоком, закусываю бананом, вот, ничего такого не замечаешь. Но когда только на яблоках сидишь, как вы видите, сзади меня море находится, я бегу и прыгаю в море, и я считаю, что соль, которая, если она и нужна мне, то она находится вся в море, и если моему организму нужна соль, то организм через поры получает всю нужную соль. Вот. Поэтому, может быть, и из-за этого нет проблем, хотя я в море не каждый день, и последние 5 месяцев я тоже не был на море. Но вот сейчас, вот вчера или позавчера, я был постоянно на яблоках и действительно прыгаю в море сразу же, да, забываю об этом всем. И судороги, они, ну, как бы по ночам были у меня на ногах. Да, забываю сказать, что ноги, да, вот так вот хватает мышцу на ноге, внизу, ниже колена, икры, ну, не, не икры, а икры называется эта мышца. Вот. И в течение дня ничего такого больше нету. Так что, если действительно людям нужна соль, если это действительно правда, я хотя не знаю, я вот читаю иногда состав всех растительных продуктов, все, что растет, там вроде все необходимо есть. Надо просто больше есть, употреблять там тот же укроп.
Вот. То в море надо купаться. И чаще ездить на море, если действительно нужна соль, чтобы ее восполнять. Иногда бывает, что в море хлебнул воды, ну вот тебе опять же соляной раствор. Так что, если кто-то уверен, что ему нужна соль, то купайтесь просто в море, не надо пить какие-то соленые растворы, от которых тоже непонятно, что вообще будет, что вообще произойдет. Вот, так что, друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всего хорошего!